Стиме-то невозможно скрыть. Я даже и забыл, что в Стиме там же статистика по всем играм. Кто сколько заходил, сколько часов играл, и если он у тебя в друзьях, ты можешь проверить все, что он там заработал, какие ачивки и всю эту лабуду. Не, ну я в Доту, по-моему, вот мы тогда с тобой одну-две партии сыграли, по-моему, я больше не Ну играл. вот, уже сам признаешь, две. Где две, Не, там Валек. третью найдем. Не, Да Валек, если все, честно, я... все, у тебя уже не такая безупречная репутация. Все, это конец. Да я понимаю. Твое темное прошлое всплыло. Просто я помню, что мы, да, что-то пробовали, и я что-то после этого пошел в туалет, меня очень долго рвало. Ну, как бы Дота, что сказать. По-моему, это нормальная реакция. Не знаю, она очень, Я как сейчас бы... зайду, пойду на то, блядь, тут своих крипцов добивать нельзя, сука. Ну да. Не, кстати, тоже странная фигня, типа добивать своих крипцов, чтобы враг не получил. Такое. Не, ну, со стороны логики, конечно, понятное дело, в жизни никто за чье-то убийство не получает. Ага, я Вот. Значит, я тут взорвусь. уже геноцид устроил. Вот. А, но с другой стороны, игровой элемент, механика, не только чужих добивать, но и смотри еще за своими, успевай. Тем более, это ж надо отдельной кнопкой делать. Ну да. Вот. Ну, не знаю. Тоже такой спорный момент, что эта фигня вообще нужна. Ну, можешь сам дофармить, попробуй хотя бы врагу не дать тоже дофармить. Тоже как тактика. А ты уже сколько игр 50 сыграл? Да нет, где-то 20, наверное. Чё там по балансу? Как не было, так и нет? Нет, знаешь, вот подправили. По-моему, слегка подправили. В плане чего? Ну, сильный баланс. Все равно вот именно они сделали все-таки типа командной работы, чтобы тоже было. То есть такое, что один какой-то пидорас что-то там. Сейчас уже такой херни, ну, реально, надо быть долбоебом, чтобы такой. Либо снизу, и двое на одну линию, один на верхнюю, либо трипла иногда все равно бывает стоит где-нибудь. Вот, но тем не менее, все равно 1-2 саппорта или лесник, один хардлайнер, мидер и 1-2 кэрри лейтера. Если у лейтера все хорошо, то игра тащится. Лейтерам нормально что-то не сделали, проебать, скорее всего, если вражеские лейтеры нормально нафармят. Даже если и нафармят, то тут же саппорт ганг все дела. И не было нормального ганга, помощи, если кого-то Ой, о, стоп, я что, баню что ли кого-то? Что за фигня? Паш, ты сейчас только слышишь? Я сейчас. А, он, наверное, молчал. Сейчас меня слышно? Алло. Слышно вроде. Ну так и чё? Что? В смысле забили? Выиграли. Не, ну мы давно не играли, может что-то изменилось в этой игре? Ну, тут два варианта. Я его с говном смешаю. Ну-ка. А Илюха мне в этом поможет. Сейчас я, конечно, люблю с говном один на один, но в тактике 90-х я все равно не отказываюсь.
Блин, Рамус это... Да, танка бери, танк никогда не повредит. Малфита. Плохой саппорт, Малфит. Ну, Малфит не самый лучший саппорт, да. Сердце. Ну да, просто как бы Брам это больше дизенгейдж, а Малфит это больше энгейдж. Опачки. У них Рамус что, блядь, саппорт? Ну, будет такой вариант. Или это медовая Ривен? Нет, это не медовая Ривен. Или Ариана саппорт. Или у них Ренгар топер. Либо у них двойной лес. Сюрприз! Ну и чем же ж вы таким месяц занимались? Да чем мы только не занимались. Так, стоп, кто против меня будет? Ариана? Блин. Та еще сволочь. Ты бери Витю Карай. Я сейчас в паре один останешься. И своих тоже. Блин, походу вот все-таки... Бежим махаться. Ура! Нам лазер, блядь, в спину. Какая я злом. Что-то у меня такое ощущение, что... Ну, надеюсь, нет. Чувак, я за Фиору на топе. ГГВП. Фиора на топе, игра в жопе. Это да. Не, ну, как бы... Фиора дуэлянт. А Ривен это баба с большим мечом, которая всех пиздит. Меня больше напрягает, что у нас Игнайтом. Блин, что-то нас народ вообще не хочет смотреть. О, Рамус саппорт, Ариана мидер, Ренгар топ, все зашибись. Ренгар лес. Ну да, 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 я это и сказал. Кстати, Ренгар лес мне больше нравится, чем Рамус лес. Как ни странно, я с тобой согласен. Ренгар, Вейн. Блин, вот Вейн. Лучше бы кто-нибудь Вейн забанил. Блин, она такая потная. Чувак, сжарь ее молниями. Да в нее еще фиг попадешь, она вот это в инвизии, вот это кушечками постоянно перекатывается, блин. Вообще у них ну, что-то очень много. По сравнению, сука, с Невермором, хуйня вопрос. Я, наверное, буду этот личбейн собирать. Я бы с тобой согласился, если бы понял, что да, ладно. А, ну такой мечик двойной. Следующая автоатака наносит что там. А, да, хорошая тема. А это хорошо, когда все быстро бегают, ты в него кушку даешь и автоатаку одну. И ему больно. Ему кошмар. Ему очень больно. Там ты если... простреливаешь ему колено, и он больше не идет по дороге приключений. Да. И пофигу, что это не стрела. Это магическая стрела, чувак. Стрела. Блин, ну. Ариана это, конечно, капец. Это сейчас шары смерти. У Влада? У твоего. А, Виктора. Виктор. Охуенный плащ, я такой же хочу, кожаный. Да, плащ у него прикольный. Они все говорят, что я долбоёб. Ну, правильно говорят. Там черепок. А я хочу. Прям
Да, такой же, ебучий, тяжелый. На полу. Еще можно с капюшоном. И даже фиг с ним, даже если черепок будет, не откажусь. Не, ну у него там рисунок такой простой, но симпатично смотрится. Ну, кстати, черепок у него там отдельно даже есть. Ой, сегодня с черепком, завтра без черепка. Зашибата. Что-то доебался. Ах ты, шапка. Попал. Молодец. Ах ты ж паскуда, что-то знает. Ладно. Мой мидер тоже что-то походу знает. Мидер. Мидер. О, блин. Да ладно, блядь, да ладно. Ебаный котик. Иди нахуй. Сука! Ну, есть. О, молодцы. Чё-то мы тут все пробитые. Ну, бывает. Главное, что победили. У меня атаки так мало. Вот я придурок. Война ушла на лацопеточки. Блин, у нашего закончилась мана. Плохо. Да меня мидер их переигрывает жестко вообще. Килл и в два раза больше крипов, капец. Мне нужна помощь. Жутко нужна помощь.
тебя сейчас заберут. У меня Лева пошла, если что. Да, вернулась. Походу вернулась. Ну я сейчас сделаю сосямбу, она меня сейчас завалит. Стой, серьезно? Удир, ты, блядь, долбоёб, ты можешь прийти с... Да тише ты! Я! Да удир просто дебил. О, эту сволочь еще и синий получил. Зафокусили. У, Хуан Хэ, их тут так много. Я и... писал, что у меня мидер ушел. Пипец, блин. А почему ты не пришел? Я иду, но как бы. Нас уже тут всех порешили. Многовато. Че он там дамажит как-то, сволочь? Угу. Да, ревны они такие. Что, вы догоните или не догоните? Нет.
Просто он нахуй. Чё, она тебя вообще разнесла в хламину? Ага. Ну, 4-0-0-4, как бы. У меня мидера нету. Угу. Возможно, она забирала синий. Пиздец, блять, я выжил. Да, кстати. У меня все четко по КД так отходит. Я быстрее юзать, быстрее юзать. Валёк, чё непонятного? Неожиданная атака из куста. Валёк, уже 5-0. Ага. Ты можешь из-под башни не вылазить? А смысл она меня и под башней заберёт? Я просто добивал крипцов. Я если за её не видел. Тебя я видел, я бы не подошёл. По идее, под башней она тебя забрать не должна. Да что ж на боте опять какая-то фигня происходит, да? Потому что они по КД идут вчетвером. Сука, чуть-чуть не добежал до моба. Там это... Дура, третья, четвертая, блять, она пробитая до жопы была, ее там пукнуть, уже не пукнуть, уже все всосали. Я что-то не заметил, что у меня ульты нету. Я вообще плохо зашел, меня окружили сразу со всех сторон. А Удир что-то троил, он нахер поперся в танк, надо было флешиться и хуешиться, блин. Блядь. Я не понял, этот пидор вообще хоть что-то сделал? Он, по-моему, не догнал никого. На дальний скилл. Юзал. Не, он что-то там постреливал. Не, он постреливает более-менее. Мы же даже первые киллы забрали. Мне кажется, Удир какой-то бесполезный. Два, два, четыре. Не сказал бы, конечно, что вражеский лесник особо там полезный. Да он пополезнее, блин, припирается постоянно не в тему. Так, где эта сучка? Валёк, мобы твои. Сначала лес заберу. Чтоб Удир, сука, из него выпал. О!
Я это видел. Ну, как бы у тебя оставалось и здоровья-то немного. И вот это я тоже видел. Что-то все подохли. Или нет, Паша... Паша был жив. Ничего, я слово был. Вот знаешь, что самое интересное? Мы втроём... Ладно я, ладно Удир. Хер с ним. Мы били танка. Какого хуя наш АДК бил тоже танка? Да? Угу. В итоге эта овца нас расстреливает и все. А, все бьют танков? Да. О, а они что, еще тут? А можно узнать, какого черта? Блять, нам топ ломают. 6-0, а чё, классно. У нас ривен не расфижен. Суки. Держишь хуй, мне дадут уйти. Пошли в жопу. О, нам там все пробили, да? Ну да, я вот пытался задефать, мне чуть пизды не дали. Ой-ой-ой-ой-ой, гампи файтер, гампи файтер. Здесь казармы восстанавливаются, здесь изи. А, ну да, кстати, да, здесь восстанавливаются. В доте, если сломали, то сломали все. Угу. В доте, если три стороны сломали, это все. Можно стрелять. Ну, тут, типа, да. Стрелять. Смотреть, как кому-то помирает. Ну да, там камбэков не бывает, по-моему. Нет? Не, ну как, бывает в плане, ну, замесов просто. А когда драться, если у тебя постоянно все плохо? Ну, кстати, сейчас, в принципе, даже с двумя линиями пробить. По-моему, крепцов чуть-чуть занерфили. Вот. А уже если три линии, то все. Ну пиздец, Удир вот бежит само то, куда надо. Ой. Ля-ля-ля-ля. Сука, не успел ультануть. Я говорю, Удир огонь. Вообще от бога огонь. Там за вами бригада вы... О! Ой-ой-ой-ой! Вообще классно, он прыгнул! Это я! А, это... Не, мне казалось, он хотел тебя им продать из-за фигни. Блядь, это ты его продал. А, нормально. Я просто через shift случайно нажал движение. Движение shift, блядь. Он в этот орешек долбанный стрельнул. Тормозите, гаденыши. Криво. Блять, да убейте вы ее! Важный пидор. А чё, война еще живая осталась? Как, блин? Не, она уже встала. Она не могла так быстро встать. Она ушла на 5 хп, блин.
Это плохая идея. Блин, я теперь понимаю, почему топер на фижу. Илюх, отходим. Правильно, я не начал не с той сборки. А, да, да, да. Ой-ой-ой. Почему опять я? Народ, у меня мана закончилась. Постреливай. Теперь можешь идти дефать топ. Народ, у меня маны нету. Да мы в курсе. Вообще. Сука, промазал! Это... Я сжёг. Это снайперская. Хочешь много стрелять, у тебя утки прям ювелирны. Вот да, даже Джин не так ювелирно должен стрелять, как управляющий Браума. Ему ошибки простите. Ну ты понял, да? Ужас. Evil Rush передает всем привет клану UDS. А, ему тоже привет. Те кто такие? О, этот... Ой, блин, Илюха, я тебе задницу буду прикрывать. Ой, там еще и кот. Да я ж тебе что и говорю тут. Есть. Ну, Валёк. Чуть-чуть. Валёк, бей. Бей курву. Блин, я даже у всех... Я все успел на всех кинуть, а Валёк не задамажил. А почему Ривен меня с двух атак убила? А у нее 14-3. Почему она такая расфиженная? Можно ли ты? Кто-нибудь ответьте мне. Чё с честной? Это Соутер виноват. Да. Точно Удир виноват. Удир плохой. Удиру надо репорт кинуть. Да вообще не говори, что за где? Где он? Мразь. Бесполезная мразь. Слил нам просто всю игру. Сука, не гангл меня вообще. Вот, опять слила. О, боже ж ты мой. И не убил. Да он сейчас еще и сдохнет. А он куда ульту впорол, мне интересно? Да я так и не понял. Он пытался Ривен добить. Вообще хотя бы одну башню пронесем, так чисто, чтоб не в сухую. Ну, маловероятно. Не шутя себе! Беги, Павел, беги! Да ёпты! Вот твоя эта хрень не могла чуть раньше сработать? Ну, как бы. Гад! Два милишника бьют танка, которому вообще пофигу на их дамаги. Я понял, что сейчас в тренде.
Ну, вообще-то я его броню пробиваю. Чистый урон, все дела. Что я его поправил. Да я что-то так и заметил, что ты быстрее почему-то дохнешь, чем он. Можно вопрос, почему они все такие расфиженные? Меня Ренгар убил за полсекунды. Это все Удир виноват. Один 12, блин. Лёг, я саппортом играю. Так Удир виноват, Паш. Ну я не при делах вообще. Да. Я пытался. Она просто пошла, я просто его убила, он даже не пытался. А война сейчас убьет всю команду, да? Да. Если бы я ее хотя бы через раз бы видел, был бы ульт. Ты шел с ней 4 секунды, пока она меня убивала. А чё вы сдались-то? Хочешь сказать, ты бы это затащил? Мог. Я сейчас войну убил с половины прокаста. Она играть не умеет. Я не знаю, а как это вообще. У неё половины хп не было. Она пол хпшная вообще-то была. Ну, вообще-то мы её продамажили на пол хп. Вообще-то она от меня выхилилась. Короче, я самый танк. О, я все равно по полезнее у Гира был. Ну, у них там война неплохо надамажена. Войну банить всегда надо. Войну надо всегда банить, потому что война это вообще читерство. Она ни с чего дамажит. То есть у нее ничего нет, а она дамажит. Ладно, пойду, короче, в лес. Чувак явно не любит войну. Кто не любит войну? Я? Ну, какой чувак у нас не любит войну? Я войну ненавижу. Я ее всегда баню. При возможности. Просто я сейчас пошел на мид, а на мид войну редко когда берут. Вот, и я забанил рыбу. Да ее последний раз брали на мид. Не, ну, я к тому, что я пошел на мид, и мне было все-таки интереснее забанить Лебланку. Не люблю против Лебланки. Хотя я Лебланку сейчас не беру по силу. Тоже такое. Ой, что-то давненько мы не играли в Парагон. Так отчайте Доту, пацаны. Да, не, Доту можно поиграть, там хоть на Линухе она идет. А чё, разве Лалец на Линухе не идет? Ну, там надо пляски с бубном. А в Стиме Дота 2 официально поддерживается. Угу. Не знаю, по мне так играть в 5550 игр мультиплеерных это такое. Ну, тебе сразу говорят, пойдем играть в Парагон. Мы вообще начинали со Старкрафта 2 и с Call of Duty. Вообще-то мы начинали именно с Call of Duty. Ну, я имею в виду с Call of Duty, а потом и все остальное. Ну, Старкрафт. Не, потом я, ну, блин, познакомил всех, блин, с Лавицом, мы уже который год играем. Ну, что, игра-то интересная. Одни маты. Нет, ты в Доту давно не играл. Да, я, кстати, мне кажется, в Доте больше этой фигни будет. В Доте есть кнопочка волшебная, которая врубает микрофон для команды. Вы много нового о себе узнаете. А, кстати, точно. Точно. Там же можно команде говорить. Чё, сильно, да, там люди ругаются? Ну, я думал, кстати, посильнее. Ну, бывают индивидуумы кавказской национальности. Я, кстати, охуел вообще. Брат, ты чё за хуйню творишь? Ну чё ты такой косой? Блядь, пиздец, я угорал с чувака. Чисто врубил микрофон и ржал с него. Он
что за хуйня, бля? А нельзя сразу в настройках поставить кнопку мут и никого не слышать? Можно. И никого даже видеть в чате не будешь. Ой, хорошая кнопка. Хоть что-то нормально в этой игре есть. Причем там даже есть что-то типа набора команд, как у нас через Alt. А еще там в чате можно говорить, что ты за артефакт хочешь собрать, сколько тебе до него золота надо. Ну, вообще-то в лоле то же самое есть. Именно чтобы в чат для команды? Ну да, ты в артефакт через Alt тыкаешь, и тебе... Чат, команда, такой-то артефакт, столько-то денег не хватает. Прикольно, я не знал. Я не знал, я не видел этого ни разу. Тем никто не пользуется здесь. А многие, как и ты, Валёк, просто об этом не знают. Блин, с новым клиентом явно какие-то проблемы. Ой, я теперь вижу, что кто-то кого-то блокирует. Смысле, а еще играет клиент. У меня, да, новый клиент. Я еще старый. Алло. Да-да. Зал химика, слышишь? Зачка. Чего за алхимика? Валёк, я вот знаешь, что заметил? У тебя скайп начинает тупить в момент, когда вот идет выбор персонажа в лоле. Вот до того, как начался выбор, все было нормально. Когда начинается выбор, у тебя начинает скайп тупить. Потом, когда уже игра загрузилась, после этого у тебя перестает скайп тупить. Радуйся. Просто мне интересно, а в чем проблема, почему начинает именно вот лагать во время выбора персонажа? Блин, кого забанить? Кого забанить? Выну. Я это сделал уже. Ну. А ты сделал это? Блин, а кого еще банить? Блин, я хотел в резкий снижал, ты зараза, ты что сделал? Так, че ты лечишь? Че не повелся? Блин, а вот... Жопа с ручкой. Не понял. Поппи? Поппи? Что? Что, мать твою, происходит? Я вот, в принципе, беру. Я думал, блин, Тристана вообще забанить. Ну, вообще, я хотел Тристана. Ну, была мысля такая. Я вот немножко не понял, что происходит. Ну, взяли поп. Поппи идет на бот. Почему Поппи идет на бот? С чего ты взял, что он идет на бот? Ты наркоманище, алло, очнись. А куда она еще идет? Тристана. Ой. Блин. Ты наркоманище. Я наркоман. Я тебе говорю, это конченый клиент. И он мне показал, что здесь была Поппи. Она. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, нахер я Грейса пикнул, бля. Удачи тебе к подходу к бренду. Бля. Я думал, у нас на нижнюю пикнул Поппи. Я думал, что, бля, надо. Иди играй в топ. Тебе там самое место. Доверяй только своей силе. Туфли гнуться. Как так мог я? У них, кстати, походу Поппи лес. Да ладно. Ну, может быть, Трандл. 50 на 50. Ну, скорее всего, Поппи. Скорее всего, Поппи, да. Что Трандл долго думал, все-таки против меня пикнул Трандл. Наверное, он что-то знает. Как тут дарился. Против Трандла любые стандартные топеры плохо играют. В том числе и Ривен, и Фиора, и... А какие нестандартные топеры против него хорошо играют? А, да, я угадаю. Джейс и Кеннон. Да. Но Джейс...
Ну, Джейс может затерпеть, в принципе. Сложно, но может. Мне кажется, он его отпиздит вообще. Смотри, фишка Трандла кусать и дамажить, пока чувак не может двигаться. Чувак стреляет, чувака замедляют. Он его просто откидывает и уходит из этой области. И он его не может догнать. А КД у него не маленькая, насколько я помню. И может снова фармить или в него стрелять. Ну, Кенненом еще проще. Тот на него идет, тот ему стан и уходит. Ну да, Кенни еще хрен догонишь. Ну да, Трандл против дальников. Хотя, опять же, у него и поле ускоряющее, и ешка, которая замедляет. И если грамотная поставленная ешка может тебя убить нафиг. Особенно при ганге. Просто я несколько раз, ну и сам играл какое-то время, помню, за Трандла. Вот, после реворка. Вот, иногда реально так можно грамотно поставить ешку, что чувак чувака прижмет чуть-чуть к стене, но обойти со стороны стены он ее не может. Ему надо обходить всю по кругу. А это такое. Какой дальняк будет отходить от Трандла вдоль стены? Не, ну так... Какой дальняк что будет отходить вдоль стены? Валёк, я тебе легко и просто скажу. Когда ты приходишь на бот, и враг запушивает линию... И когда ты на ней... бот? А кому мы гангать? Мы так говорим. А тут бесполезно, чего гангать? На, заебись. А при чём тут ганг? Так я со стороны лесника говорю, я-то играл им за лесника, а не за снайпера. Вот, и они отступают в лес. А когда они отступают в лес, там можно поставить так глыбу. Там можно так вставить и поставить, да? Да. Вот мне сейчас вставлять и ставить. Точнее, ставить, а потом вставлять. Я даже не знаю. Нет, ты можешь его победить, конечно. Ну, конечно, твоего кушка беспокоила, блин. Я победить. Ну, кстати, я тебе так скажу, у него отхил. Вот в доте у меня реально прогресс. Вот прогресс, понимаешь? Я сыграл 10 каток, я выиграл одну, пошел в бан. Как только я захотел выйти из бана, с 10 каток я проиграл уже 2. Выиграл, то есть. С 10 каток ты выиграл одну? С 7 каток я 2 выиграл. Если я за 3 игры выиграю еще хоть одну, это еще прогресс. Валек, ты выиграл из первого 10 каток одну, и ты продолжишь играть в это говно? Ну, учитывая, что из этих 10 где-то катки 4 реальные за меня были проиграны, да. Но только 4, остальные 5 не мой косяк. Не мой. Сейчас я охуенный путь. Почему наша декерри... Пидор? На. Ну и ладно. Паш, все, отходи. Да, мам. Ну вот, в смысле, ты вот приедешь и прям как приедешь или вообще в смысле вечером? А у него кого клиент не лагает? В ближайшие минут 15 у меня тут 20 занято. А что там, она долго делается?
Что у меня клиент доколотил, называется? Так, а тебя-то там что надо? Просто ждать ее или что? А, ну так отвечать на вопрос, если. Ну да, печально. Да, Валёк, ты чуть-чуть дерзко как-то. Чувак, я по телефону разговаривал. Да я так и понял. Я думал от двух захилиться, а захилился от одного. Валёк, тебе опять идут. Что ж ты без вардов-то, а? А мы ранговую, да, играем? Угу. Кажись, хана кат. Кому хана? Катке. Почему? Потому что невозможно минут через 15 надо будет освободить. Что, говоришь, тебя сейчас? Через 15-20. Ты предлагаешь пропушить одну линию? Грибы, оливки и соус к мясу. Грибы, оливки и соус. Ну я попробую. Ну вообще лесник придет? Сейчас. Я тут на топе просто провозился. Не зря. Охуел, а чувак. Не, я сейчас заберу синий, к вам приду обязательно. Ну они там вард поставили в кустах. Буквально недавно. А, вот этот вард. Что, Тристана помощь просит?
Помог. Паш, а где все? Где, ну, где твои? Так, Валёк, тебе заходят. Я вижу, вижу. Ты его. Может, убьём их? Красный надо забрать. Ну-ка. Да чё я тебе не рассказываю? Не слушайте её! Я вообще ничего не понял. Мы её и не слышали-то. Чего? Блин, я не хотел тебе это говорить, я хотел сделать тебе сюрприз. Блин. Чё? Вот поэтому я и не хотел говорить. Изи килл, Илюха, вот в этих кустах изи килл. Можешь туда прям ультануть. Если она уже не ушла. Крутая тема, да, если она не ушла. Ты ультуй, главное. Ну, вообще-то, если бы он, как я сказал, ультуй, ультанул, он бы ее, может, и убил бы. Или не убил бы, но ранил бы сильно. И в любом случае она бы не ушла. Сука, ну чё, прикрыть меня не могла? Пиздец, блин. Жопа это... Пиздец, блин, Тристана это считай жопа полная. Дай. Чего он с одним быстрее, чем я без ботинок? Ой, с ботинком тоже. Нечестно. Что, блядь, это недоразумение там? Помогает, что такое? Помоги, типа? Или помогаете? Помогите. Паша, что ты постоянно на боте один? В смысле? Первый раз она ушла. А, да? Вообще-то. Тебе говорю, нам же ж никто помогать не хочет прийти. Ну я опять на топе был. На 11-й минуте так и ни разу никто не пришел. Да при чем? Я приходил. О. Вообще-то. Жопа вообще ни разу не приходила. Так и ничего, они хотя бы, блин, уже один килл сделали. Два дальника и жопа нифига не может стрельнуть по-нормальному. По этим двум ватным даже. Ой, дура. Куда она пошла? Паша, лучше бы бежал. Что, блядь, пик? Что, блядь, пик? Тут чара. Че вышка? Сколько, блядь? Паша. Да я как бы отбегаю, все откатывается долго, а? Замедли его. Пиздец, блин.
Капец. Ну вроде победили. Чего там Тристан написал? Лес, Суйка, помогай. Суйка. Какая такая Суйка? Кто такая Суйка? Суйка пересмешница? Что случилось? Да у меня ни бутылок, ни хрена нет. Меня уже в половину пробили. Сейчас я приду. А их вообще ни хрена не запотали. Плюс они еще выхиливаются периодически. Нам уже реально сейчас они в наглую могут пойти и пробить нам башню. Иду. И я только, видишь, я только иду, они уже отходят. Они что-то знают. Да, блядь, ну, потому походу, что... На базе вард стоит. На нашей. Блин, я иду, но я не уверен, что я так быстро приду. Не, Паша, ну ты... Да я их отпугнул. Вот реально, ульта, смотри, есть? Сколько у башни осталось. Я могу ультануть, но я не успею добежать. Дайв? Бьем. Паша, отходи. Надо пробить, Илю. Надо забрать дракона. Ща я приду. Да, от меня толку немного. А тут чая под все было. Блять. Жопа писюн. Да спасите мою задницу. Все, я отхожу, у меня ни жизни, ни настроения.
А чё с настроением-то твои, мы ж победили. Ты пиздец, блин. Мне ни одного килла не досталось. В смысле килла? Ты же саппорт. И чё? В смысле... Чем тебе, блин, киллы? Ну все, сейчас Тристана сольется. Это будет классно, эпично, феерично, хуетично, блядь. Ну вот, почти. Да иди ты, дура! Толку, что она тут стоит. Ах ты ж, отхилился, сучка. Иди в кусты, прячься. Пацаны, топ снесен до Т3. Молодец. Возрадуйтесь. У нас нету чуваков. Почему у нас их? Я говорю, у нас нету чуваков. Илюх, я красный возьму? Ни в коем случае. Окей. Ну, надо вот это не делать, короче. Если ты бросал. Просто тупо освободила свой стол и какой-то порядок. У них там вард был. Я хуже наизусть знаю, какие дела у меня на столе. А делать их... Как могу? Если бы этот гонзонище меня не подкинул, я бы ушел. Да убейте уже кого-нибудь, а. Ну. Ура, наконец-то хоть толк от наших АДК и лесника пошел. Не говори. Ну все, мой. Валек только сливаться могёт. Он по КД идет. Когда идет сливаться? А, меня башня, блин, еще нахерачила просто. Башня. Я танчил, блин. Чувак, зато я пушер. Я пушу нину. Что за мной бегает? Не, Валек пропушил нормально. Пушнина. Чё, буженина? Буженина. И это тоже. Я иду сзади. Он походу что-то знает. Ему не помогли его знания. Вот, и вот это он не в ту сторону побежал. Совсем не в ту сторону побежал. Серьезно, блядь? Кто быстро бегает? Куда побежал? Не знаю. Что-то я не понял его маневра. А чё так быстро бегал вообще? А, у него броня застакалась. Ну, броник, броня. Угу. А, Валёк, смотри, нажимаешь магазин. Нажимаешь магазин. Могу купить. Видишь?
Пацаны, вы дракона брать будете? Я иду. Что, я тогда их на Т-шку отвлекаю. Капец, мы чуть тут не сдохли. А может быть, я и не буду брать дракона. Потому что вся моя команда слилась. Чё там Валёк делал? Отвлекал. И в принципе я... Они втроём там, сейчас попался сначала. Так что мой манёвр удался, а? Бегу я, бегу. Ты почти успел. А чё он тут стоит? Смотрит, наверное, на Дрейка. А-а-а! Паш, не ходи туда. Не, ну ты видишь, а? Гад, блять, промазал. Сука! Что-то их тут до хрена. Да, уж не говорим. Не, Вейгар ничего так вроде бьет. О, господи, Коль. Ты чё ж меня так напугало-то? Валёк, я иду. Ко мне приехали, уже через пару минут мне придется вырубиться. Ну, поэтому давай либо быстро пушим, либо... пушим и все. А как мы это сделаем? Написать go all mid. Блин, но мы можем. Мы в принципе можем. И хер и фига их там наебахтунг, вот и все. Ману, регеньте, ману. Мне надо сначала в магазин сходить. Ну так быстрее, ты вот, блин, больше. Валёк, ждём всех. Блять, я в говно наступил. Ой, я чё-то попал походу. В кого-то. Молодец. Он меня спас. Но он не только тебя спас, он всех спас. Один прокат, все, нету. Был чувак, нету чувака. Так, я бегу, Гена, бегу. Бейте. А правда сейчас пробьют, блин, бот. Жопу бот. Я уже почти рядом. Дариус летит. На всех парах. Танчу. Банчу как танчу. Нихуя себе! А чё мы башню не добили-то? Народ! Не знаю, я бил башню. Меня так, на. У меня если бы ульта откатилась, я бы ещё бы им там что-нибудь дал по башке.
меня маны нет. Что, еще один такой же заходит? Там осталась башня с чуть-чуть хп и... Да я ее даже сам могу добить. И все, да. Надо только пятерых чмошников вывести. Хотя бы, хотя бы трех. У меня ульта есть, так что все шикарно. Там еще один огненный, можно его взять и точно их всех отхерачить. Только они, скорее всего, захотят его... Опа. Пацан. Пацанчик не понял еще, что не в тот район зашел. Там только чуть Тристана не откинулось. Капец. Ну, ключевое слово чуть. Так что. Просто жесть. Че так больно? Ну все, Лёк, ты там все возьмешь. Ну попал, попай. О, я полетал. Что, попов тебя ультануло? Да забей, Валёк. Сзади жопа. Блин, а чё, башня отхилилась, что ли? Валёк, тебя башня бьёт. Чуть-чуть бы задефал. Кто затащил? Правильно, пушер Дариус затащил. Да, если нет, мы бы не победили никогда в жизни. Я больше 300 додамажил, это как? Кто эс получил? Ты получил эс. А. А, 13.09. Ну, Валёк, честно говоря, я чуть меньше 300 получил. Ой, надамажил. Ну, ты же саппорт. Да, если бы я хотя бы один артефакт бы взял дамагу, я бы передамажил. Да, что-то 300 да, полезное было. Ну не, она в принципе так раскинула. Вы еще играть потом будете или как? Или не как? Знаю, как пойдет. А, ну ладно, я если что, позвоню. Окей, давай, давай. Это же может минут 10-15, может больше. Да не, уже. Ну мы тогда сейчас... Спать уже, да. Как без 20.10. Так только без 20.10, не без 20.11.